Итак, ребята, это походу коробочка с щенком, ребят. Все-таки на вот такого событий привал дороги тоже, в принципе, можно залутать щенка в коробке. It's the mind-boggling, eye-popping, all new. Так, секунду, а где наш бензин? Я что, его не забрал? Ага, вот он. Давайте попробуем отпустить этого щенка у нас на базе и посмотреть, что это за порода. Может быть, это редкий какой-то щеночек. Это у меня уже четвертый щенок, который можно найти в игре без вложений и доната. Давайте зачекаем, конечно же. Возвращаемся к себе на базу. Тратим кучу на это энергии. Но ничего, у меня же есть щенок. Это будет четвертый. Потом, конечно, можно будет вывести какую-то новую породу. И пока мы отправляемся на базу, посмотрим. Посмотрим, что это за щенок. И с чем его едят. Так. Я сегодня накрафтил достаточное количество мяса. И всяких индейчик там, потом что еще там. Ну, в принципе, индейки мясо. На этом я закончил. Положил 1,5 стека мяса и штук 8 индеек. Теперь у меня, как вы видите, 2 дня, 10 часов я могу не подходить сюда. Черные бока у меня уже такая есть, поэтому назовем его Пушок. И у меня уже 4 их. Или все-таки 3? Так, подождите. Да, все-таки Муха, Пушок, Барт и Луна. Ребят, вот такие вот псы у меня. Еще 4 часа, 3 часа, 3 часа. В принципе, вот такие 4 пса. И я вам скажу, что кто ищет, тот всегда найдет. Кому интересно, где найти питомца, вот еще один вариант нахождения питомца. Это привал у дороги. Всем спасибо за просмотр, ребят. Не забывайте лайкосики и подписочку на канал. Пока.